Так, сегодня 23 июня. Хочу посмотреть отводочки, которые делал. Слабенькие они. Которых матки подсаживал. Здесь я уже клеточку убрал. Так. Буквально две рамочки. Пчела, чуть-чуть и расплодик есть. Пчелки и расплодик. Матки не вижу. Вместе мы потянули свящевые. Уже с ячейками. Маточники, может, матку и грохнули. Сейчас посмотрим на второй рамочке. Вот три рамки, две рамочки обсижу. Пули такие достались, рамки стандартные, вообще не лезут. Наложили свящей. Свящей, а матки я не вижу ничего. Что-то непонятно. Матки нету. То ли они ее грохнули. Что-то не вижу. Разочек. Что-то ничего не понятно. Еще рамочку сейчас посмотрим. Здесь свящий док. Свящевые маточники. Что-то непонятно. Пока оставлю. Матки, наверное, чуть не видно, они грохнули. Сидело три дня, они ее сами выпустили. Что-то ничего не понятно. Матки нет, у нас метка была. Да, матки нету.
посмотрим. Сюда еще для профилактики поставлю рамочку с этим. Не видно. Непонятно. Ничего не понятно. Матки вообще не вижу. Сидит. Все грохнули. Пчелка вся молодая вон. А вот матка ходит, приняли, значит, с красной меткой. Сеет уже вон яйцо везде. Вот маточка. Все, здесь, значит, все нормально. Отводочек пусть. Клеточку забираем, потом разберем. Здесь, значит, приняли матку. Все нормально. Так. Йод уже все поднатаскали сами. Сюда, чтобы потеплее было, разделительный положил, чтобы сарай не таскать. Так. Здесь все нормально в этом улье. Сейчас попробуем. Посмотрим, что у нас вот здесь. Вот. Оба. Вот так вот. Вон сразу матка попалась. Вон, с красной меткой видно. Приняли, значит, все нормально, бегает. Перги, меда натаскали уже. Перга, мед. Все, больше не буду смотреть. Здесь приняли матку. Сейчас вот это посмотрю, еще семейку. О. Это меня больше всего интересует.
трутовка была. Потом они себе рамочку подставил, вывели матку свищевую. Расплода нету, прям не облетелось. Ой, а тут что-то непонятное творится. Здесь он это... Что-то ничего непонятно. Пчелы много, не знаю, кто вам берется. Трутни. Вообще трутни, я думаю, на трутух. Одни трутни. Сейчас будем смотреть. Трутни и чуть-чуть пчелки. Пчела. И тут пчела и трутни. Сколько трутни не понравилось. Значит, матка. Матки. Не знаю, не принимаю. Что не делаю. Трутень. Пчелы вообще мало. Сейчас сюда дам, наверное, рамочку с расплодом на дневную. Посмотрю. Оттянут маточники. Так-то. Так, сейчас еще. Посмотрим одну семью. Вот это вот должны были тоже маточку принять. В общем, две приняли пока из четырех. Это фигово. Трутовка.
здесь еще. Тут тоже он выпустили. Пусто. Сейчас посмотрим, что там на рамках. Что на рамочках. Как видно. Тихо. Встречу, по-моему, тут дуло поставил. Чтобы не ворошить сбоку. Поставил ее сюда. Трутня много, очень много трутня. Вон море. И медом все уже залили сами. Вроде не работает нифига. Только маленький отводочек. Все в меде. Так. Сюда ставим. Рамки. Вот так вот. Матки не вижу. Яиц тоже не видно. Матки не видно. Нектар капает. Так. Вот еще рамочка. Блин. А, вон матка ходит. Приняли, значит. Вон. Крупненькая. Покормили уже. Была маленькая в клетчике. Так, где она тут? О, маточка. Тигровый окрас такой. Полосочками. Тут самая крупная матка. Три, значит, приняли. Из пяти. Две. Непонятно чего там. Ну все, здесь оставляем. Потому что семья развивается. Вот так вот. Сейчас она на следующей неделе посмотрю. Расплод все. Так вот. Так, это заплодчик. Три матки приняли. Так, сейчас мы здесь посмотреть надо. Так, здесь у меня была свищевая матка. Сейчас я посмотрю и хочу сюда, может, все нормально. Немного расплода, если. Кину. Отсюда одну рамочку, чтобы всю мед забрать с расплодом. Ой, залили чуть тяжелое все медом. Блин, рамка тяжелая, все в меду залили. Сейчас взяток, иван-чай зацвел, который на полях красный, вот только первую неделю. А... Так, иван-чай зацвел, а в лесу, сейчас ездил в ловушки с утра посмотрел. В лесу еще весь зеленый стоит, даже не начинает цвести, то есть взяток будет долго. Расплод. О, матка как сеет, свищевая. О, насеяла. Это хороший будет. Я сейчас вот этот весь расплод выйдет, если. О, как начала сеять.
и здесь. Мне нужен яйцо надо. Одноменно, отлично. Опа. Чтобы. Матки не вижу. Что-то яйца тоже не вижу. Одноменно. Нигде. Посмотрим. Медом все залито. И здесь все медом залито, уже рамки. Хочу сейчас поставить, чтобы уже больше не касаться. До середины июля. Поставить два магазина сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 12. Нормально, вот так вот. Сейчас раз магазинчик. Два магазинчика. Это так. Здесь у нас сушинка есть. Так, раз. Раз, два. Три. Пусть таскают мед. Одну рамочку. Вот так вот. Слушай. Еще. Так. На этом все. Сейчас еще магазины добавлю. На Бакфаст и на это, вон сейчас Бакфаст посмотрю, он стоит, закрою сейчас. Скотчем обмотаю. Пойдем посмотрим сейчас. Бакфаст вон. Сейчас сниму крышку.
Пчела он уже, я вчера так приоткрыл, приподнял, вот этот полный уже магазин. Вот третий магазин они уже заливают, 2 июня выкачался их магазин. 3 магазина стоят, вон, третий уже залили наполовину. Вон, середину залили, сейчас буду еще 2 поставлю. Так, еще магазинчик сейчас. Еще один сейчас поставим. В общем, 2,5 магазина. Они с 2 июня уже принесли. Магазин 13-12 рамок. Пылесуют все. Вот так. Магазин. Сейчас еще вот здесь хочу посмотреть.